Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Tower Conquest. Так, заходим на тренировку и забираем наш отряд. Армия, и кто у нас там? Ну я, в принципе, догадываюсь. Ага. Хищнец. Нет, я не про хищнеца думал. Ну что, друзья мои, вот он какой становится на максимум прокачки. Уровень у него сотый, поэтому тренировать его не надо. Так, в магазине что у нас там бесплатно подкинут? Давай посмотрим. Угу, бородавочник, понял. Бородавочник. Так, квесты, запрос. Слушай, а нам, значит, надо, друзья мои, убирать кое-кого из вот этого отряда. А именно а именно вот этого и вот этого. И ставить взамен кого? Я даже уже не помню, кого нам надо прокачивать, если честно. Блин. Кого нам надо прокачивать? Я, по-моему, помню, эльфа нужно. И... Твою налево. Кто еще-то у нас хочет прокачиваться-то? Некро, что ли? Да нет, ребята, некро на максимуме. И эльф на максимуме. Вы серьезно? А кого тогда? Ну-ка, дай я хоть гляну. Знаешь, как это сделать? Можно вот так вот. Давай смотреть. Значит... Макс, 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 максимально, максимально, максимально. Так, призрака, ребят, можно поставить. Призрака и... О, и толкателя. Значит так, призрака и толкателя. Этих убираем. Призрака. Секунду, а толкатель? А толкатель? А, толкатель у меня качается, ёпрсте. А кто же тогда следующий-то? Ну-ка, в этой расе, подожди, вот в этой вот. Сунь-кун скоро, ребят, тоже поднимется по уровню. Да я даже не знаю, кого еще ставить-то здесь. Вот только призрак и все. А, жрица. Так, друзья, жрицу можно сюда поставить. Вот так вот, все. Нормалек. На тренировку. Поехали. Все, пускай тренируется. Так, у нас на арене, ребята, 15 жриц. Ну и вот такие вот награды. Поехали, что ли? Пагода будет разыгрываться, да? Я посмотрел там. Вот такой вот возьмем наш первоначальный отряд. Ну куда ты лезешь? Ты посмотри, какой задрипыш, ё-моё. Просто задрипыш. Бамс! Все, готов. Ну тут все было легко. Так, здесь у нас что? Награды, король. Король мне не нужен, он у меня прокачанный. Поэтому я не пойду туда. Ну что, друзья, давайте определяться тогда. Ага, фабрика. Ну здесь я, наверное, возьму вот этот отряд. БФГшка, конечно, мне здесь как бы вообще ни к силу, ни к городу.
Вражеская, я имею в виду. Ой. Да ладно, неужели лопухнулся я? Вот этим вот меня и бесит она. Так, я сейчас сделаю кое-что. Вот так вот. Я думаю, все поняли, да? БФГ-ху мы уничтожили, соответственно. Они остались без, без подкрепления. И тут мы начинаем уже бомбить. Так, БФГ там... Че, оно там зажато, оно все равно бомбит. Хорош, да выпендривалась. Ну и все, вот тут мы уже их прижучили, возле стеночки. БФГ-ха, главное, успела выйти, еще метнуть по мне лучом. После этого только мы ее запинали, зашибись, тебе скажу. Только вышла, уже лучом бомбит. Игра подыгрывает нашему противнику. Ну что у нас тут? В принципе, то же самое. Но только бомбер прибавляется. А бомбер, как ты понимаешь, для нас это ерунда. Семечки, шелуха. Так что сейчас будем отбиваться. Я думаю, что возьму, наверное, в первую очередь Палыча. Нет, тогда всадника возьмем. Возьмем всадничка и возьмем уже паладина. Баллисту, наверное, пока не будем. Хотя можно и баллисту призвать. Нам, как говорится, уже без разницы. Ты посмотри, что, а? Делает. Мразь, блин. Два раза уже лучом дальним бомбит. Нормально? Просто всех запинал. Пускай только появится, я ее сразу же сюда, ребят, притяну, примагничу. Ну давайте, ребята, наносите урон замку. Точнее, там, трансформатору. Ну, друидку, наверное, можно было бы, конечно, не вызывать. Да, обошлись без нее, но все-таки. Вот они оборзели, а. БФГшки у них, конечно, там вообще лютуют. Просто выстрел за выстрелом. Причем через весь экран бьют. Вот что самое бесевое. Так, с... здесь у нас хилы пойдут. Так, ну что, паладина тогда вызываем. Вон и хил идет. Так, БФГ-ха там еще ползет. Давай ее сюда. Давай ее сюда. Пила, как обычно, ребята, уничтожает всех моих бойцов. Сейчас вызовем друидку. Давай сюда их всех. Достали уже, запарили. В общем, итог ты сам видишь. Называется разнос противника на изи. Это, как всегда, бьет своим лучом БФГшка, блин, достала уже, серьезно тебе говорю. Уже никаких слов нету и сил на нее.
Ну давай ты там, господи. Уничтожать уже замок к нему. Трансформатор его. Убежище. Все. Проще пареной репы. Ну что, последний этап. У нас там босс. Ух, лентяй. Босс лентяй я его называю, ребят. Который ничего не делает, идет просто как тугодум к нашей базе и хочет ее взорвать. Но в тот раз он меня понервничать, ребята, заставил. Почему? Ну, потому что... Прикроемся, наверное. Потому что я не мог его сдержать тогда. Вот, вот в чем была проблема. Поэтому надо, наверное, мне друидку вызывать. Пока такая возможность есть. Прижучили. А он уже вышел. Он, друзья мои, уже вышел. Ё-моё. Ну, станьте его хотя бы там. Я не знаю, хоть что-нибудь-то делайте. Ага. Мы его напугали, ребята. Он побежал обратно. Все. Живучий гаденыш, что-то не поспоришь. Очень живучий, очень много хп у этого робота. Так, ну что, забираем награды. Угу. И у нас территория захватчиков. Пришелец. Пришелец, короче, и жаба с молотом, да? И первый, кто, наверное, на меня пойдет, это будет жаба с молотом, скорее всего. И вот в этом вся беда, ребята. Вот, успел паладина призвать. Отлично. Успел палыча позвать. Хорошо, просто замечательно. Ну что, это катка, ребят, за нами. Тут уже эти гаврюши ничего нам не сделают. Есть. Запинали ему замок. И мы продолжаем поединки. Поехали. Так, на втором этапе нас поджидает что? Ох ты, ёк-макарёк. Опять этот пришелец, опять этот воблер. А что мне взять? Вот этот отряд. Ну, попробуем, конечно. Хотя это не самый лучший вариант, если честно. Я даже скажу, не самый, далеко не самый лучший вариант. Джаггер, давай. Отлично. Так, его в клетку. Чтобы он тут не разгуливался, как все дома. Ниндзя молодец. Уничтожила. Не успел, конечно. Как говорится, по-быстренькому с ним справиться. Но тем не менее. Воблера в топку. Ну что, прошли. Друзья мои, конечно, прошли. Неплохо. Так, на третьем этапе нас ожидает Слизень Морпех. Понятно, короче.
Слизень-морпех, и в каждом уровне, ребята, этот пришелец бесевый. Раздражающий фактор для меня. Угу. Ладно. Но ты-то еще куда выполз, блин. Да иди ты в пень. Не успел, ребята. Не успел он завербовать моего джиггернаута. И это хорошо. И это прям замечательно было. Опять он стырил, а. Ну, похоже, да. Похоже, ребята, мы тут выиграли. А ну что, двигаемся тогда дальше. Так, у него здесь будет тоже, ребята, слизень. Точнее, этот ползун. Ну и как всегда, он начнет именно с него, да? Само собой. Так, а, блин, не то сделал немножко. Ладно, фиг с ним. Да ты заколебал ты уже, а? Тырить ты. Не успеет, нельзя. А двоих причем, да? Молодец. Слушай, что за фигня, а? Давай, давай, джиггернаут. Жнеца, что ли, позвать? Или что? В чем проблема-то? Я, наверное, жнеца, ребят, позову. Что-то слишком долго мы тут с ними возюкаемся. Так, армию нежити начинаем делать. И сейчас. Сейчас должно все пойти как надо. Ну что, последний этап у нас тут. И ху-ху-ху-ху. Блин. Этап-то последний, а как вот мне. Этим отрядом я вряд ли смогу. Он же будет выпускать сейчас ползуна и следом будет выпускать этого. Скажи, я скажу. Вот я об этом говорю. Ага, он еще, ребята, и... Так, ну здесь надо будет тогда подождать. Сделаем вот так вот. Ты издеваешься еще, что ли, надо мной? Не понял я. Взорвись ты с ним, блин. Нет, не хочет. Все пошло не так, как я хотел, друзья. Все пошло наперекосяк. Ну, луч, быстрее копись.
Ну вот теперь давай посмотрим, кто кого. Так, нам, наверное, надо будет кого-то призвать. Да ну что, блин. Сколько там? 36 секунд, ребята, осталось всего лишь-то. Зашибись, если я еще и сфейлюсь, будет вообще замечательно. А мне бы не хотелось бы. 18 секунд, ребята. Есть, успел. Фух. Шикарно. На там на третьей или на второй секунде, ребят, замомбил все-таки. Давай сундук свой захватчиковский. Ну тут ничего интересного для нас нету, ребята, и переходим на долину подданных. Так, ну в принципе можно начать и этим отрядом, ничего страшного здесь нету. Такое сразу светленькое, да, все. После мрачных этих фабрик и территории нежить. Вообще, вообще красота, ребят. Кто это такой вышел тут? Ой, а вот это вот будет похуже. Молотильщик нам в помощь. Есть. Раскурочили мы их физиономии. Так. Давай корни выпустим, наверное. И еще позовем одну БФГшку к нам в помощь. Ну давай, 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 давай. Там уже разбирай всех, все, друзья мои. Ну тут, сам понимаешь, уже возле замка, так что просто уничтожаем их тотально. Все, как всегда, хорошо. Так, ну что, погнали дальше. Будем опять же этим отрядом пыхтеть. А, ну тут по стандарту копеечится, прибавляется. В общем, ничего страшного здесь не будет. Так, опять ты. Слушай, ну по-моему он сильнее. Он быстрее, да, молотильчика моего уничтожает, насколько я помню. Так, еще и копеечится тут вышло. На тебе, зануда. Ну, корни отлично, ребят, действуют. А раньше, ребята, враг мог проходить по корням, если кто не знает. Раньше враг просто шел, но получал постепенный урон. Теперь они сделали так, чтобы враг по этим корням, видимо, ходить не мог. Наверное, я не знаю, ребят. Или он также может ходить. Все, здесь разобрались. Вообще шанса даже им не дали здесь. Что-то раздухариться. Просто прижучили к стенке и все. И распетрушили их. А лучница здесь вообще, ребят, не авторитет у них. Поэтому мы сейчас тоже ее также будем разносить. Так, мечник вышел первым. Нам надо будет прикрываться сразу же големом и... Блин, какой он дорогой все-таки, а? Как он дорого стоит, ребят? Это служитель тьмы. И ну раз у тебя выбор есть, блин, ты... Как тебе объяснить-то? Не берешь его из-за его, действительно, ребята, дороговизны. 350 манны. Ну люто, согласись. Я понимаю, что он того стоит, но, ребята, ну... Тяжело накопить сразу же на первых порах столько энергии. Вот ты смотри, сколько БФГХ у меня прыгает. И чтобы хоть один удар сделала бы этот лучом. Нифига. Не прокатывает.
Ну вот, уже на месте. Уже, как говорится, уничтожаем. Готово. Изи-катка, можно было бы сказать. Но не буду. Так, предпоследний этап у нас. И здесь... здесь бродяга. Мальчик-бродяга, что же ты ищешь, да? Тоже опасный типок. Его надо постоянно, ребят, контролировать. Причем, если не ошибаюсь, голем с ним не справится один. Придется, наверное, через БФГшку, ребят. Ой, через... вот этого парня. Тут только так. Опа-на. Что за фокусы? А где он? Я не вижу его, ребят. А что с ним случилось? Он шел, бродяга, и в кустах где-то пропал. Ага, тут его, тут мы его хорошо встретили. Выполз, называется. Только появился, БФГшки сразу же его расстреливают. Он даже ничего не успевает им сделать, прикинь. Прикольно. Все-таки одну, по-моему, уничтожил мне, да? БФГху. Ладно. Фиг с ним. Итак, последний поединок. И здесь у нас король. Ну, ладно, пускай будет король. В принципе, я считаю, что вот босс у подданных один из легких. Ну, вот у них вообще, ребята, кто у них там? Епископ, да, и вот этот рыцарь. Но они язычные. Что тут скажешь? Как всегда, этот нифига не выбежал. Ронин Кульвонин. И опять не побежал, да? Тут, в принципе, и не надо было уже, все. Уничтожили. Даже не вышел. Ну что, забираем награду. Давай сюда, сундук подданных. Это все у нас прокачано. А, мы уже портал прошли. 228-й. Так, значит, у нас нефритовая долина. Территория захватчиков, территория нежити, территория роботов, долина подданных. Все разные, да? Все локации разные. Блин! Вы сейчас издеваетесь? Я ненавижу, когда вот эти вот ребята, тигры, блин, с этими, с ронинами. Это вообще трэш, трэшняк, понимаешь? Ой! Фига себе, это с какого перепуга? Копейщик тут выпендривается мне, не понял я. Так, тигр, иди отсюда, а. Достал уже. Его вызовем ниндзю. Давай вызовем, наверное, ползуна. Ну все, тут разбомбили. Так, квест какой-то, ага, странник. Ну что, второй этап, ребята. И тут у нас вот так, храмовый пес. Опять же, копейщик. А что, Ронина вызовем? Нормально Ронин тут, ребята, зажигает. В соло. Серьезно? Просто?
В один смычок, ребята, разобрал всех. Всех разобрал, еще и замок уничтожить смог. Красота. А вот тут уже хуже. Тут, друзья мои, уже... Тут прям беда. Я тебе скажу, прям беда-бедовая. Голова садовая. Ты сомневался еще в этом? Все, ребят, сейчас начнут стругать. Да, ладно, ускоряемся, ребят. Тут все равно ничего не светит. Как ты мне дорог, Аронин. Конечно, здесь пробили, ребята, но не без потерь. А как же мне тогда быть? Этот отряд вряд ли меня тоже, ребята, здесь выручит. Прикрываться мне, грубо говоря, неким. Это надеяться на то, что Ронин выбежит у него без истерики. Ну и что? Ну и все, ребят. Все, фейл. Да, это уже не сыграет. Давай ускоряться, ребят. Да. Совсем паршиво. Ну что, последняя попытка. Ну, друзья, тут, я тебе говорю, тут только мы можем выиграть в одном случае, если Ронин у него не побежит в истерике. Все. Серьезно? Вышел без истерики даже. Почему вот его Ронина, блин, именно пробивает, а? Вот такой вопрос у меня, ребят, возникает. Ну куда ты, мелкий хлыщ, бежишь там, а? Тут получилось, да, ну сколько мы с тобой фейлились. Да дофигища. Дофига тут фейлов, конечно, у нас было. Так, ребят, у нас, походу, энергии нету. Да, энергии нету. Ну что ж, тогда на сегодня будем закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.